Это фруктовая борода здесь. Привет, я сыроед. День начинается с зарядки. Не всегда, конечно, но начинается, как правило. Это 15 минут, там, не знаю, какие-то минимальные приседания, минимальные отжимания. Пару раз потянусь, если есть желание. Просыпаюсь. Завтракаю. Здоровой овсянкой, потому что надо следить за собой. Потом еду на работу, работаю, пишу программы. Работа, фитнес-инструктор, вечером тренировка. Вечером, в зависимости от того, какой это день, иду в тренажерный зал. Парней сегодня ждет комплекс из CrossFit, состоящий из нескольких упражнений тяжелой атлетики и нескольких из гимнастики. Ну, с тренажерным залом близко знаком. Лет 15 уже занимаюсь. Кроссфит нет, никогда не пробовал такой. Но это, насколько я наслышан, назвали как по-модному. Раньше были в Советском Союзе еще круговые тренировки. И это что-то похожее. Но я никогда не занимался, будет интересно. Значит, средняя тренировка длится где-то 15-20 минут. В высоком темпе, используя утяжеления, а также используя вес собственного тела. Кроссфит вообще, ну я знаю, что это такое, но... представление такое, общее, то есть никогда не занимался, знаю, что это интересно, ну вот как раз такой шанс попробовать. Эти 15 минут по энергозатратам заменяют больше, чем не один час в тренажерном зале. Покажу упражнение. Вот, значит, из этого положения мы берем гриф, мы сперва встаем, потом выпрямляем руки. Значит, следующим у нас упражнением, смотрите, будут отжимания. То есть вот ложишься и касаешься грудью пола. Вот, давайте, чтобы мы подтягивали, чтобы подбородок заходил за перекладину. Четвертое. Махи гири. Делаем 10 раз. И потом делаем пресс. 25 раз. Здесь никто не умрет. Всего 3 раунда. Поэтому тут единственное, кто себя не будет жалеть, тот как бы и выиграет. Вот. Ну, побольше интенсивность. 3, 2, 1. Время. Интенсивность давайте высокая, поэтому, ну, все это самое, так мощно делается, да. Мясо. Тяжело. Ты что, жив? Жив. Цел орел. Время 5:33. 5:51. Ну вот, победил атлет номер один. Все прошло отлично, есть над чем работать. Кто хочет добавить выносливость, обязательно надо включать свои программы, тренировки по кроссфиту. Супер, надо будет еще ходить. Потому что это, конечно, никогда таким не занимался, так и сложновато, но нормально. Я закончил магистратуру, магистр технических наук. Да, это моя специальность. А пою... не знаю, лет с 19. Участвовали в национальном отборе на Евровидение в этом году. Но не прошли в 15 финалистов, участвовали, нас пригласили как приглашенных гостей. Сильно люблю музыку. Разную абсолютно. Электронную, классическую. Могу шансон послушать. Моя любимая девушка привела мне любовь к книгам, за что я безмерно благодарен. Мне хотелось узнать, что ей нравится. Я подслушивал, что она читает, и втихаря сначала сам читал. Это была там ярмарка тщеславия. Но то, что ее очень сильно цепляло, я втихаря тайно листал. И потом мы уже начали делиться, и, ну, как бы она понимала, что я вкатился, потом подарила мне несколько книг. Как-то так. Наверное, да, чё? Созидание. То есть я вам дам листики, вот, забирай. Делите этот альбом. Вот по маркеру. Как ты его потерял? Нужно подойти там к девушке, дать ей этот листик, маркер, чтобы она написала свой номер телефона. У кого их больше, тот больше и молодец. Время пошло, давайте. Мало вообще, мало девчонок на самом деле. Thank you.
Все такие серьезные, никто не хочет номера давать. Ну ладно, сейчас разберемся. Народу выходные намного больше будет в аквапарке. Девчонки, ходите по субботам в аквапарк, потому что, понимаете, как парней подставляют. Народу мало, мне не покупается. Планы, ну, по крайней мере, пока продолжать зарабатывать себе на жизнь головой, а все остальное это как хобби для души. Сейчас читаю «30 человечеств». Ну, очень круто там завернуто. Якобы были люди-гиганты, потом мы их свергли. И вот в лабораторных условиях создают мини-людей таких. И так же, как мы свергли атлантов, свергнут нас. Будут такие чувачки бегать по планете. Хорошо, PlayStation тебе зачем? Да не нужен он мне на самом деле. Да как-то... Играть зачем? У меня нету в FIFA своего аккаунта, я хочу его создать и выносить всех этих. А потом сижу и думаю, ну а что я потеряю, поучаствую. Может заявку там одобрят, может не одобрят, да, и отправлю. Отправил и все. Потом оказалось, что прошел.